Оставить свое имя в истории города, причем буквально, в реконструкции улицы Старозагора примут участие меценаты. Они помогут в приобретении плитки и ремонте фонтанов, расположенных на бульваре. Работы начнутся уже 1 июля. В итоге улица станет столь же величественной, как и Самарская набережная. Она была одной из красивейших улиц города, конкурировала с набережной. Наша задача сейчас убрать там полностью все киоски, демонтировать, поправить фасады домов и замостить плиткой, значит, зону пешеходную с разбивкой нормальных газонов, с устройством автополива, с восстановлением работы всех четырех фонтанов. Наиболее грандиозные планы в дорожном строительстве. В июле стартует благоустройство Южного шоссе, которое станет одним из самых удобных и красивейших въездов. На стеле будут названия города разных времен – Самара, Куйбышев, а на склонах – цветы и деревья. Приведут в порядок 73 дороги. На это выделено более 2 миллиардов рублей. Это без учета Московского шоссе и Новосадовой. Вскоре работы начнутся на улицах 22-го партсъезда, Каховской, Воронежской, Пугачевской, Свободы, Советской армии. Мы за июнь планируем сделать где-то 30% от выделенных объемов. И будем стараться успевать завершить все к 1 сентября, при условии, если будет позволять погода. Если лето будет недождливым, да, сухим, жарким, будем стараться настраивать всех дорожников, максимально сделать это за летние месяцы. Ну а нам, населению, надо потерпеть, потому что через год, а еще лучше через два, город у нас преобразится абсолютнейшим образом. Но не только дорогами будет жить город. Подготовлено 25 проектов. Инвесторы готовы вложить деньги в строительство нового корпуса первой городской больницы для онкобольных. Есть проекты по строительству гостиницы на углу Ленинской и Полевой, двух детских садов и школы и новой троллейбусной линии. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов, Алексей Золотенков. События.